рассказать юному зрителю о том, что такое добро и как его сохранить в своем сердце. Достаточно показать малышу интерактивную сказку, в которой будет простой сюжет и серьезная внутренняя эмоциональная составляющая. В этом уверены артисты театра «Напротив». В городе коллектив давно известен своими постановками, особенно для совсем юного зрителя. Объединившись с творческой группой филармонии, в новый 2019 год артисты входят с настоящим мюзиклом. Живой звук и постоянная работа с залом создают атмосферу уюта и домашнего тепла. Что в сказке интересно и почему рекомендуем ее для маленьких деток? Потому что полностью живой звук, играют живые инструменты, дети, это вокальная студия 7 нот, они поют абсолютно вживую, сказка очень музыкальная, можно даже сказать, что это такой новогодний мюзикл у нас получился. Вот, поэтому, конечно, мы рекомендуем малышам для просмотра нашу сказку. Очень добрая, теплая, без злых персонажей, что очень важно для деток дошкольного возраста, чтобы не боялись. Вот. Очень уютная, домашняя и семейная, что тоже немаловажно. История о поломанных игрушках с первых минут завораживает зрителя, который сначала радуется встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой, а после сопереживает судьбе плюшевых медведей и ежиков. Актер и режиссер через свою постановку учат малышей сопереживать и верить в чудо, которое обязательно произойдет, если его очень ждать. Почему он интересен? Ну, во-первых, наверное, сам процесс создания этого спектакля. То есть он был основан на то, что не на шоу, не на какие-то эффекты, а чтобы это в первую очередь была какая-то душевная, семейная атмосфера. То есть люди, которые приходят в зал, чтобы они действительно почувствовали вот это вот тепло, сказочность, поверили снова в чудеса и вновь почувствовали себя детьми взрослые, а дети, еще больше окунулись в эту атмосферу перевоплощений. Радости и восторгу, которые испытывали зрители спектакля, не было предела. Каждый и взрослый, и ребенок ушел домой со своим ощущением праздника. Однако все без исключения рады наступлению Нового года и Рождества, с которыми поздравляют всех горожан. Чтобы все были здоровыми, счастливыми и чтобы получали хорошие оценки. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.